Новый Bugatti Chiron – самый быстрый дорожный автомобиль в мире. Новый гиперкар получил имя в честь автогонщика Луи Широна, выступавшего за заводскую команду Bugatti в довоенную эпоху. Мотор W16 – 1500 лошадиных сил с 0 до 100 км в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость 420 км в час. Тираж Широна 500 экземпляров по 2,4 миллиона евро каждый. Этот шедевральный пожиратель топлива попробует отнять у купе. Hennessy Venom GT – мировой рекорд скорости для серийных автомобилей. Стоит также отметить, что в работе над дизайном экстерьера суперкара участвовал россиянин Александр Силипано, занимающий в Bugatti позицию Head of Exterior Design Creative Development.